Время – это самый дорогой ресурс в нашем мире, поэтому давайте не будем его терять и посмотрим мою новую рубрику «Обзор за 2 минуты». Друзья, ни для кого не секрет, что Essential Phone оказался больше провальным, нежели популярным. Его не советовали покупать блогеры, о нем говорили много, но недолго. Особенностью смартфона стала своеобразная вставка с камерой прямо посреди экрана, что, конечно, меньше, чем монобровь iPhone 10, но все же смотрится как-то странно. Сейчас же на рынок выходит новый смартфон Sharp Aquos S3 Mini, и по дизайну он, конечно, удивил. Он получил точно такую же вставку с камерой, примерно такие же габариты, но ценник в 2,5 раза меньше в среднем. Давайте об этом смартфоне и поговорим. Прежде всего, это смартфон среднеценовой. Внутри работает 8-ядерный процессор Snapdragon 630 с частотой 2,2 ГГц, которого в принципе хватит для многих целей. Тем более он поддерживает LPDDR4X оперативку, и здесь ее целых 6 гигов, то есть работает очень шустро. Постоянной памяти 4 ГБ. Это также современная быстрая память типа UFS 2.0. Смартфону не поскупились установить Type-C разъем, оставить 3,5-мм разъем для наушников, а также порадовали качественным 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2040 на 1080 пикселей, соотношением сторон 19:10. Толщина такая же, как у Essential Phone, 7,8 мм, вес 140 грамм, он легкий и компактный. Аккумулятор на 3020 мАч. На задней панели отсутствуют разъемы для подключения примочек, как это было у Essential. И, кстати, камера здесь только одна, 16 мегапикселей с апертурой 2.0, а вот фронталка на 20 мегапикселей. Кстати, смартфон получил подобие Face ID, но, скорее всего, работать он будет не лучшим образом. По дисплеям находится кнопка «Домой» со сканером отпечатков пальцев. Самое удачное, хоть и заезженное решение, как по мне. Работать изначально смартфон будет на Android 7.1.1 и покроет его фирменная графическая оболочка Smile UX. А теперь внимание, цена такого крутецкого аппарата стартует с отметки в $252 на сайте jd.com. Предлагаю собрать на этом ролике хотя бы 100 лайков, и я достану этот смартфон на обзор. Все для вас, друзья, все для вас. Всем пока.